Привет, Комсомольск! В эфире программа «Про кино» и ее ведущий Павел Муштар. Поехали! Когда весной актер Хью Лори заявил, что покидает культовый проект «Доктор Хаус», сразу после шока началось всемирное обсуждение его творческих планов. Сам Лори был немногословен, а оказывается, он снимался в полнометражном дебюте режиссера популярных телесериалов «Офис» и «Секс в большом городе» Джулиана Фарино. Их совместная работа, комедийная мелодрама «Любовный переплет» 13 декабря выходит в комсомольских кинотеатрах. Две семьи, Остров и Уоллинг, живут по соседству на Orange Drive, прям друг напротив друга. Ну, конечно, дружат семьями. Нина Остров, дочь транжирка, возвращается домой на День Благодарения после 5-летнего отсутствия, недавно причем порвав с женихом. Вместо того, чтобы заинтересоваться успешным сыном своих соседей Тоби Уоллингом, что устроило бы обе семьи, она обращает внимание на его отца и лучшего, соответственно, друга своих родителей, Дэвида Уоллинга. Когда романтические отношения между Ниной и Дэвидом становится невозможно игнорировать, жизнь обеих семей превращается в полный хаос. Мы не можем быть нормальными. Что это значит? Я не буду этого делать. Я не такой. Терри, идем наверх. Ты и я. Пойдем целоваться. Прямо сейчас. Давай, пойдем. Отличная рождественская открытка. Спасибо. О, Господи. Мама с папой расстаются. Почему никто не сказал мне? Я пойду прогуляюсь. Наконец-то я отлично провожу время. Счастливого Рождества! Сейчас будет. Только не снеговик! Эй, нет, только не снеговик! Жесть. Вот блин. Чем опасна встреча одноклассников? Бывает ли у любви срок давности? И может ли быть много в кино Ченнинга Татума? Примерно на такие вопросы призвана ответить малобюджетная драма «10 лет спустя», которая с 13 декабря стартует в комсомольских кинотеатрах. 10 лет спустя бывшие одноклассники собираются, чтобы оторваться по полной и поставить на уши весь город. Море выпивки, веселья и воспоминаний, но теперь-то все по-взрослому. Красавчик Джейк прибыл на вечеринку вместе со ослепительной девушкой. Они идеальная пара, и они счастливы в любви. Но этой ночью на глаза Джейку попадается его первая любовь. Прошлое притягивает его и стучится в память с новой силой. Сможет ли он сделать правильный выбор? И правда ли, что у любви нет срока давности? Хочешь подойти? Нет. Значит, ты рок-звезда? Нет, не рок-звезда, просто музыкант. Насколько ты себя считал чернокожим? По шкале от 1 до 10? От черного до белого. Скажем так, темно-серым. Тебе же нужно где-то разместить поклонниц и мамочек твоих детей. Мамочек? Нет, у моих мамочек есть своя общага. Надо вот что. Закидать туалетной бумагой ее дом. Надеюсь, ей это понравится. Почему нет? Эй, Джейк, ты должен мне танец. Я не понимаю, почему вы расстались. Все стало серьезно, а я просто не дорос. Ну, теперь дорос. Совсем немного осталось до Нового года, и многие уже сейчас озадачены выбором подарка к этому празднику. Киноцентр «Красный» предлагает воспользоваться подарочными сертификатами стоимостью 1000 рублей и 500 рублей, которые будут действовать на любой фильм, на любой сеанс шикарного новогоднего репертуара. Количество сертификатов ограничено, поэтому поторопитесь с выбором. На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. Подробное расписание сеансов киноцентра «Красный» кинотеатр «Ю-Сити» смотрите в нашей специальной группе ВКонтакте. А я с вами прощаюсь. Кино и Комсомоль в одном сердце.